Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня прокачка имбы. Прокачка героя круче, чем даже Анубис. Ну, в кавычках, конечно же. Но герой, блин, очень обалденный, офигенный. Тритон будем качать на 12. Перекачал я его с бастиона на порочный пак, на максимальный урон. Рунами у нас стоит железная воля, чтобы его не станили, потому что мы пойдем тестировать его именно на подземке. Потом, возможно, поставим еще грубую, посмотрим, но смысла особо нет. Лучше все-таки от стана. Что делает герой? Сейчас на десятке он наносит урон 100% от атаки, 100 вражеским целям, также уменьшает их лечение на 99%. Это раз по урону, как видите, у него урона немало. У меня бонусами набралось 2700, стандартные бонусами практически в 4 раза выше. Вот так вот, поехали в судьбу. Наконец-то я докачал судьбу, докачал снеговика. Обзор на него вы увидите после этого. Ну, снеговик, честно скажу, не впечатлил, но сможете тоже посмотреть. Очень веселый получился. Так, окей, поехали. Поехали. Тритончик качаем. Качаем его на максимум. Делаем 12-й. Сейчас делаем 11-й. Посмотрим, там увеличение у него получается, по-моему, 150%, если я не ошибаюсь. Кто смотрел, я 5-10 с ним затащил просто изи. То есть это тот же самый Анубис, только у него нету кулдауна. Он все время под зарядом будет фигачить. И мы сейчас это тоже проверим. Сейчас только 5 миллионов набьем золото. Так, у меня там, по-моему, суккуб на прокачке. Не будем сливать ману просто так. Надо силушку до 400 дорасти. Завтра атака фортов, надо с новым титулом уже воевать. Так, ну давай, давай. В общем, герой очень интересный. Хоть и гарнизонный, хоть он и элитный, там синий. Но кто смотрел, те знают, что он реально крутой был с бастом, а тут сейчас у него будет просто топовый урон на максималке 12-12. Посмотрим, как он тащит. Ну, возможно, еще по других локациях сейчас побегаем. Самое главное сейчас быстренько золото нафармить. Конечно, значков почета немерено надо, чтобы быстро прокачать аккаунт. У меня сейчас уже проблемы с книгами, надо больше книг. Придется опять копить книги. Думал, что хватит, как оказалось, блин. На такие эволюции, как я делаю, надо очень много. Так, отлично. Все, Минотавра можно, в принципе, думаю, убирать уже. Он нам не нужен. Поставим сюда Купидона. Так. Так. Поехали в судьбу. Так, вот есть плюс один, да? Смотрим, что у него поменялось. 150 плюс 50%, ребят, это офигеть. Как много для этого героя, честно скажу. Это вообще очень много. Сейчас мы его еще докачаем. Он нереально крутой будет. Возможно, даже будет круче, чем Анубис. Не знаю, посмотрим. Благодаря тому, что нету кулдауна. процентов. Вот так вот. Стату видите, да? 12 тысяч добавилось. Это просто жесть. Ну, поехали. Давайте там где-то его затестим сейчас. Давайте...
Тут сейчас его, конечно, раздадут, хотя можно попробовать стартанем просто. Просто тест будет стартанем вот так вот, чтобы загреть на него. Надеюсь, его там быстро сливать не будут. Ого! Фига себе, посмотрите на этот урон. Чё? Посмотрите на дамаг. Ребята, вы это видите? Какой нафиг Анубис? Анубис нервно отдыхает в сторонке. Просто курит бамбук. Офигеть. Ничего так. Мне он уже нравится. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Так, давайте соберем героев. Ворожей. Собранный, тыковка. Так, тыква собрана, он собран. Ледяху. Ну пусть пока будет ледяха. Давайте так. Купить дом вместо ангела. Возьмем сюда хранителя, наверное, все-таки. Еще для большего увеличения. Так, ставим ремочку. Так, смотрим еще раз. Хранитель, ворожей. Кстати, там, по-моему, надо докачать бабло у нашего. Так, пока мана есть. 28-й, отлично. Так, смотрим еще раз. Собран. Ледяха есть. Купидон. Есть. Ангел. Баблоу. Все, вроде все есть. Отлично. Вальки, конечно. Ну, попробуем сейчас этот заходик без вальки. Потом попробуем еще с валькой. Или давайте сразу же вальку поставим, чем учится. Чтобы максимальный был такой, скажем, набор. Можно было бы еще и финку сюда втыкнуть. Вот такой вот сбор у нас. Поехали, магию возьмем. И пойдем шариться по подземках. Так, ну давайте попробуем. Ворожей его и всех остальных кидаем. Смотрим. Ну, что-то нереально, ну, непонятно, в общем. Нереально непонятно. Так, мы даже магию не взяли. Давайте попробуем по-другому. Давайте ворожей тыковка. Ворожей, тыква и его кидаем. Так, немножко приближу. Ой, а чё это его так снесли быстро? Чё за подстава? Или я ворожей не кинул? Что-то завтыкал. Вроде все нормально. Ворожей в стане стоит. Да ладно. Чё это за подстава? Посмотрите на ворожея. Это чё такое было? Чё за бред? Ворожей даже ударить не может. Ладно.
Кинем ворожая подальше тыковку здесь. Так, эти уже добежали. Ну, нормальный урон, я вам скажу. Просто огонь. Ладно. Этот подземка уже не для нас. Поехали на другую подземку. Давайте начнем. Вот давайте ради интереса я просто сейчас попробую. Пятерочку. 5-10 пройти. У меня только, как видите, бафера. Не знаю, конечно, кем сейчас мы будем танковать тыквой. Надо было немножко других поставить. Фух, хрена себе, посмотрите на это. Это просто жесть. Офигеть. Вот что он делает под разгоном. Ребята, это просто... Анубис отдыхает, называется. Давайте тогда уже 6-1 попробуем. Чисто таким составом. У меня нету, как видите, смотрителя сейчас. И это, в принципе, очень даже хорошо. Смотрим. Так, ну будем... Блин. Вот не люблю то, что магия вечно используется. Так. Да, это конечно имба. Спору нет. Так, ну что, пробуем. Будем стартовать, конечно же, с тыковки. Блин. Провтыкал я немножко всю магию. Бля, я выйду просто. Ну вы это, думаю, видели. Что это было? Какая нафиг подземка, ребят? Вы видели это? Это просто жесть. Какой нафиг Анубис? Анубис просто стоит, отдыхает в сторонке. Тут кулдауна нет. Посмотрите, ну это жесть. Это просто жесть. Чё они творят? Я в шоке. Я, честно говоря, в шоке с этого всего. Офигеть. Так таким составом можно дотянуть, в принципе, до семерки. Это жесть. Это просто жесть. Офигеть. Герой, который просто тупо шатает. Да уж. В общем, ладно, не буду я проходить, я буду проходить уже обычно гарнизоном шестую с этим героем. Напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, но как по мне, это просто вау. Гарнизонный герой, который заменяет Анубиса и просто тупо шатает в шестой. Да, у нас тут мега разгон, у меня тут герои еще не все 12-е, как видите, десятки, только тыковка 12-я стоит. Но это просто жесть, что творится. Просто такая вот имба, и он просто тупо шатает начало 6-6-1, которое сложное для всех. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лепите лайки, ждите дальше обзоров. Всем удачи, всем пока.